Всем привет! Добро пожаловать в мир гномов. Очередная серия. Продолжаем выживать с гномами. Помогаем им дожить до портала, который перенесет их в новый мир. Так, в последней серии мы делали что? Мы закончили. Так. В последней серии мы начали делать ферму. Вот эту вторую ферму мы хотим сделать для курей. У нас здесь попалась как раз курица, но они... Они, если мы ее возьмем, они перенесут сюда. Хотя без разницы, где они будут бегать, или там, или здесь. Ну, хотелось бы, конечно, сделать здесь овцеферму, а здесь куриную. Таким образом. Но это ничего страшного. Можно сделать еще клетку, может быть, сейчас посмотрим. Эх, веревок нет, сейчас сделаем веревки. Постригли мы как раз чуть-чуть овец. Делаем одну клеточку. И я думаю, поставим вот здесь, слоем эту. И потом вот эту, которая тут одиноко стоит и не может никуда сдвинуться. Овец куча на самом деле, но за ними бегать надо. Вон еще одна бритая бежит. Только что, видимо, появилась. Сейчас мы их слоем. Вот как раз клетку сделают. Подождите, а это куда делось? Почему не донесли? Не донесли загон. Загон мы доделать не будем, потому что они могут понести сюда их, начать складывать новых. Какая ближе ферма будет, туда и понесут. Давайте заполним вот эту, а потом уже закончим. Закончим достраивать куриную. Сделаем так. По красоте сделаем, да. Так, что у нас по технологиям? Там хлеб допекли уже, ну, сколько можно эти булки уже делать? Так, булки, надо угостить наших гномов мучными изделиями. Мука закончилась. Мука, зерна нету, колосьев пшеницы тоже нету. Уже мало. Ушло у нас много, надо в следующий раз почти все зерна высадить, чтобы большой урожай был, засеять вот эти все грядки наши. Засеять, чтобы полные были поля. Так, клетку не сделали еще, да? Курица тут засела. Кабаниус ходит. А где-то стрижена, вот она. Можно курицу забить. Освободить клетку. Так, чем мы тут продвинулись, поварское мастерство продвинулось, у нас открылась алхимия. Нужно сделать алхимическую лабораторию. Так, две, наверное, мы их построим. Так, куда она ушла, алхимическая лаборатория? Вот она. Кладем котелок. Вода, мозги нужны в лаборатории обязательно алхимической. Куда без мозгов? Ягоды. Так, уголек и уголек. Раз, два. Берем. И сейчас начнем изготавливать зелья. Так, курицу. Что-то убить, рубить. А, рубить это дерево, убить курицу. Курицу забьем, потому что нам нужно, чтобы туда попала овца. Вот это. Как раз вот это. О, вот я только хотел сказать, что бывают такие моменты, когда в перекрестный огонь лучники начинают стрелять или в жука, или в кого-то другого, и попадают тех, кто в клетке, или те, которые ходят мимо, рядом, которые нужны нам живые, они их забивают. Чисто случайно. Так, вторую клетку давайте вот сразу на нее поставим. А это должно вернуться и попасть. Почему она
Не идет обратно. Она же с горы спустилась, должна была обратно дойти. Сейчас у нас как раз волна будет. Стойте, стойте. Давайте поменьше скорость. Я хочу поймать вот эту овцу, забрать ее, успеть. Пока эти ребята не пошли. Они уже пошли. Откуда пошли? А, они пошли с другой стороны. Хорошо. Здесь вот это уберем все. А, надо было поставить еще пару рогатин. Ну, забрали. Забрали овцу? Что-то я мешка не вижу. Не увидел я мешка. Ну ладно, забрали. Так, все. Труба зовет. Всех сюда. Скорость включаем. Ну давайте, ребята. Так, где наши рогатины? Вот они, рогатины. Мы их свободных не имеем. Так, сюда. Пару штук надо было здесь поставить, конечно. Давайте поставим, если успеем. Удобнее, когда они бьются об рогатины, а наши ребята сзади, стоя в домике, обстреливают их. Так, летающих нету. В прошлый раз были летающие вроде. Так, башенки делают свою работу потихоньку. Так, а куда наши ребята все свалили, я не понял. Куда все свалили? Куда вы пошли? За какими вещами? Тут такое нашествие на наш дом. А они по грибы пошли. Отработайте и тогда гуляйте спокойно. О, богатырь пришел. А, отлично. Деньгами поделился. Все. Все, теперь свободны. Этим дадим зеленый свет. Кто хочет, поднимайтесь. Вот так. Поднимайтесь. Можно, наверное, вот это одну эту глазюку забить. Раз уж они к нам спустились. Давайте завалим одну, попытаемся. А, и вторую завалим тоже, наверное. Завалили одну. И вторую. Успели до этого самого, до рассвета как раз. Отлично. Монетки лишние не бывают. Ну, овца, давай, ты должна прогуляться вот до сюда, до клетки. А то что ж мы их там зря поставили? Я думаю, что мы вот сюда высадимся. Здесь соберем вот этот камушек. Соберем какие-то ресурсы. И, наверное, одну клетку заберем. Поставим ее с другой стороны. Вот здесь овца тоже ходит. Неприкаянная. Чем там наши гномы заняты? О! 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 Сколько у нас уже тут расплодилось. Сколько мы уже тут можем стричь. У нас сколько там ножниц? Двое. О, надо еще ну где-то 4 сделать обязательно. Чтобы было. Потому что много будет овец, а стричь только можно будет по 2. Это будет неудобно. Сейчас у нас шерсть попрет. Рыбак. Хорошо. Состригем этот холм. Забрали клетку? Не забрали клетку. Давайте сюда поставим. Ныряйте в него. Соберите кто-нибудь клетку. Так, заменили песок. А, не, вообще надо было его срезать. Срезать на, потому что я буду все выравнивать ровно. Лес делать. Давайте выровняем ландшафтик тут. Ну, это овца не хочет идти. Никак не хочет, отказывается. Или мы уже допилим это дело, а? Давайте допилим уже это дело. Раз и навсегда уже закончим с этим холмом каменным. Выровняем, потратим день на это, ну ничего страшного. Хорошо, о, шахтерское дело развивается, вы, ребят. Таскайте, таскайте, вы хотя бы камень за собой убираете, не то что работа в шахтах, ничего не убрано.
Эк, сюда и поставим. Эй, погнали, погнали, погнали. Как говорил кот Базилио, не беспокоит. Отпиливая бороду Карабасу-Барабасу. Ну вот это что такое? Что вы тут монумент оставили? Кто же заберет эту клетку, а? Братцы. Монумент рубите. Буква Зю. Книжка охотника. Давайте, давайте, работаем. Никто не стоит. Солнце уже сел, дождь пошел. Надо убраться. Быстренько, быстренько. Проект надо закончить. Закончить проект надо. Так, елка там мешает. Шахтер. Хорошо. Что у нас там это самое? По топорам. Топоры у нас старые, железные. Давайте, может быть, сделаем стальные. Мы можем сделать у нас? Ах, у нас стали мало. Стали мало. Мало стали, железа вообще нету. Надо срочно. Я не знаю. Мы нарубили столько железа, но там валяется. Они не носят. Что с ними делать? Я просто не понимаю. Вот оно все валяется. И железо, и уголь кучами. Они не несут его в дом. Ничего в дом не несут, все из дома. Ай, клетку не могут никак принести. Мне ее надо поставить уже. Так, скалолаз. Так, задний, задний. Заменяю сперва заднюю сторону. Потом переднюю. Вот это убирайте, еще не забудьте. Еще один монумент оставили. Так, куда-то мы тут докопались, какая-то яма. Ну, здесь тоже вот эти участки я назначил им разбирать, они никак не хотели сюда приходить. Ленятся, ленятся постоянно. Блин, дерево уже выросло, пока вы тут ходите. Стойте, стойте, вот сюда давай. Ну, заберите вот эту клетку кто-нибудь, ну. Она уже совсем рядом с вами. Люди, человеки. Давай, давай, дерево пили. Я зря мне пометку снял. Он уже дорубил его. Люди, человеки, опомнитесь. Ну то так, так, так никто и не заберет эту клетку. Ну не заберет никто эту клетку. Ну мимо будут ходить, никто не заберет. Так, все, камень убрали. Давайте заменим вот тут песок. Землю просто поставим. Клетку заберите, люди. Плотник. Нам овцу поймать надо. Чудики. Но это все, это тоже. Эту надо убирать, потому что овца долго не будет. Ай, ходить сюда. Ну, давай, давай, ну забери эти две клетки. Давай, отлично. Ну, ты вообще богатырь. Иди домой, домой иди. Иди домой. Давай, давай. Направляйся к выходу. Ну, неси ты клетки домой. Все, забудь. Замучили вы меня. Будет стоять до последнего. Ну ты что, совсем что ли уже? Ну. Руби давай и набирай что-нибудь, мусора какого-нибудь. Вот почему вы сейчас вспомнили вот про этот ход, что здесь надо напилить и вот это сделать. Почему? Не надо тут ничего делать. О, клетки принес. Обалдеть. Принес клетки. Так, одну сюда. Сюда, куда-нибудь вторую. Давайте, успеете за эти 20 секунд выскочить из телепорта. Или тот от дома пошел. А, да, пошел и грохнулся с моста. Хорошо.
Так, уголь собирайте. Давайте, рубилово. Вот сюда я хотел провести ход, куда вы так не хотели идти долго. Здесь тогда закладите, если уже. Давай, давай, овца, ныряй. Отлично, поймали одну. Иди обратно, там овца попалась. Ну, вторая. Да как так-то, а? Она так и будет стоять. По-моему, ее надо выкашивать. Или вот этот лес ей мешает, я не знаю. Тут не только гномы глючат в этой версии игры, но и овцы. Овцы тоже отказываются нормально работать. Так, сюда пройдем. Здесь вон железо лежит. Вон железо сколько. Но я не знаю, гномы не будут добывать это железо. Потому что они ленивые. Ленивые гномы. Вот это срубите, залепите. Здесь вот залепите землей. Кто-нибудь. Так, сделали мы. Овца освободилась. Пойдешь в клетку, нет? Или тебя валить надо? Все, братцы, валите ее. И удалите ловушку. Бесполезно там стоять ждать. Так, мы поставим сейчас. Факел мешает. Отлично. Эти факелы не в кассу. Убираем факелы. Нам нужно поставить. Ай. Нужно поставить две лаборатории. РС. И давайте для второго места срубите этот факел. Так, отлично. Так, клетка освободилась. Овцу завалили. Ну, а эту кто-нибудь заберет? Давайте заберите кто-нибудь и поставьте вот эту клетку. Вот сюда поставим. Пилите лес, иначе вы не хотите сюда идти. Ну, теперь они по подземелью что-то понеслись. Всю игру сюда не ходили, здесь все заросло, а сейчас они почему-то сюда все полезли. И полезли для чего? Полезли для чего? Давайте вот это сделаем здесь. Вот так, косите. Пилите, косите. Нам не нужна здесь курица. Нам не нужна курица. Нам нужна вот эта овца, которая ушла. Чуть эту не забили. Уже одно сердечко сбомбили. Стреляя в какого-то этого клеща древесного. Чуть не забили овцу. Так, сколько у нас тут овец уже бегает? Должно быть 10 в клетке. Вот, сколько у нас много ножниц. Мы можем сразу 4. 4... овцы постричь. 7, 8 у нас здесь, да, еще 2 влезет, по-моему. Но она нам скажет, что у нас нету места, и тогда мы уже перестанем ловить овец. Ай, братцы, вы пошли обратно все пешком. Так, вот эта овца, она вернется сюда? Нет, она будет там ходить. Замечательно. Замечательно. Ну, прыгай, овца. Все, наверное, удаляем отсюда ловушки. Никто сюда не попадется. Сколько у нас тут материала валяется? Сколько валяется? Никто ничего не подбирает. Но больше меня беспокоит железо, конечно, железо и уголь, серебро вон валяется. Это просто кошмар. Никому ничего не надо. Так, а каким образом здесь вода высохла, что ли? Воды не стало совсем. Она, видимо, высохла, потому что она касается землю. И, наверное, подсохла немного. Так, минеральчики эти надо собирать. Что у нас там по зерну? Зерно. Давайте сделаем все зерно. Так, клетки мы где-нибудь поставим.
Где-нибудь надо поставить клетки. Вот здесь одну поставим, чтобы сразу под носом здесь поймалась она. И давайте вот здесь. Так, 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 так. Портал есть? Кто-нибудь отсюда вынесет клетку? Надеюсь. Так, зернишко надо посадить. 63 зерна. Давайте посадим. Будет у нас большое, огромное поле. Жалко, что вот зерно нельзя сажать шифтом тоже. Провел по грядке, оно сразу пометилось все, что можно зерном засеять. Например, так, хоп, нет, не работает. Не работает оно с шифтом. Да, шифтом не работает. А жаль, это очень неудобно. Каждую надо тыкать. Да, вот здесь вот не тыкается, потому что там какие-то висят сталактиты. Сейчас эти гномы будут 63 пшенички, эти зернышко носить. Сейчас мы им портал откроем. А то замучаются. Замучаются. Так, клетка. Овца убежала далеко. Клетка где? Мы тут поставили клетку. Отлично, поймалась. Завалить этих кабанов и поймайте овцу. Еще место есть у нас. Остричь. Так, только овцу не забейте, но не забейте овцу только. О, успел вынести. Она уже совсем, наверное, на издыхании там. Моста практически не видно, когда подсвечен, показалось, что он по воде идет. Овцу не забей, ну не забей ты овцу, бедную. Лучник прокачивается, лучник. А почему здесь это самое? Нет возможности поставить почему клетку? Странно. Ну я бы там, конечно, сейчас не ставил, уже бы здесь воткнул. Давай вот эту заберем. Последнюю, по-моему, овцу нам надо поймать. И у нас будет комплект. Комплект будет. Так, что у нас там по технологиям? Мы поставили лабораторию, мы можем теперь делать эликсир здоровья, который очень нужен нам будет при штурме этих скрытых комнат подземелья. Так, 50 мы можем сделать. И эликсиры маны тоже нужны. Чтоб мы могли свои делишки проделывать. Всячески нам нужна манна. Так. Тоже можем много сделать. Корней у нас много. Хорошо. Так, бутылочки кончились. Бутылочки кончились. Сейчас стекло закончится, да? Стекло тоже можно поделать. У нас есть уголь. Хорошо. Появился уголь. Так, клетка есть. Куда овца? Вот она. Ставим сюда. Давайте сбегайте кто-нибудь. А вот вторая появилась. Побритая. Так, у нас профессии все распределены. Воин-шахтер. Воин-шахтер. Кем же ты еще будешь? Давай что-нибудь тебе дадим. Кто у нас там есть? Кузнецы, мельники. Так, повар, плотник. Кузнец есть. Рыбак. Воин. Лесоруб, рыбак, воин, шахтер. Да любое что-нибудь выбирай, что ты будешь делать. Кузнец, давай кузнец. Будешь кузнецом. Воин, шахтер, кузнец. Я заметил, что у нас Рефур, да? И еще один Рефур. Тоже брательники, наверное. Два Рене, два Рефура. Веселая у нас компания собралась. Так, выключился телепортик. Включаем. Чтобы они шустрее бегали. Это очень далеко. Носить.
Так, вот это надо убирать, потому что его никак ни на нем не посеять, не заменить его ничем. Надо новый ставить блок. И вот это тоже. Ну, откуда появляются эти наросты, я не знаю. Наросты. Так, большое поле мы сделали. Ну что, давайте клетку несите быстрее. Нам нужно заполнить скоренько-скоренько нашу овцеферму. И тогда уже переходить на разведение птиц. Ой, сколько здесь валяется. Ну, братцы, ну это не дело. Это не дело. Давайте на рыбалку и собрать всем все вещи, которые на земле валяются. На, серия очень быстро проходит. Очень быстро время проходит. Не успеваешь ничего сделать. Еды на столах нету, я смотрю. Ничего себе. Подъели. Все подъели. Так. Делать. А, у нас же появились импы. Я совсем не заметил. У нас появились импы. Вот на них мы будем тратить ману тоже. Так что манна нам нужна. Броня. Сейчас мы импов зашлем, и они у нас все притащат, что нам нужно. Так, давайте шлем один еще сделаем. Что там у нас со сталью? Сейчас у нас пойдет сталь и уголь. Гномы только будут дубасить, а мы при помощи импов будем все это приносить домой. Отлично, сейчас заживем. Заживем. Так, кожаное даже не можем сделать. У нас нету шкур. Кабанов. Жалко, нельзя разводить кабанов. Все, все. Мы закончили набирать этих самых овец, потому что сейчас уже сообщение выскакивает, что мы не можем никуда ее поместить. Недостаточно места на ферме. Поэтому мы... Так, а если мы удалим ловушку? Удалим ловушку. И овца останется жива. Убить неохота. Использовать. Как мы можем использовать? Что мы можем использовать? А, мы ее открыли. Все, овца, беги. Так, нам нужно теперь поставить эту клетку в месте, где водятся куры. Так, давайте теперь заканчиваем ферму. Заканчиваем ферму. Сколько нам еще надо? Раз, два, три. Еще три загородки нужно, чтобы было на 10 персон. Ух, сколько у нас. Сейчас ниток будет. Так, зерна, зерна. Зерна кончились. Ух, мы не можем сделать заборчик. Надо ждать, пока поспеет зерно. Клетку забираете. Будем сейчас ловить курей. Где они у нас тут вводятся? Во, две штуки. Представители пернатых. Так, скоро еще одна будет волна. Мы к ней готовы. Что у нас там по броне? А, импов. Запускаем импов. Давайте запускаем в подземелье импов. Два комплекта. Пусть они все это принесут. Пущай, летают. А ребятки наши будут теперь нарезать все это. Нарезать. И складывать. Так, вот эта комната у нас просто пустая с этими глазами. У нас здесь нету ни кусочков портала, ничего. Вот-вот-вот, сразу как у нас работа пойдет, а? Освободятся наши гномы бедные. Даже заняты были постоянно, не могли ничего делать. Сейчас они все нам принесут. Вон и клетки донесут, и все, что по лесу разбросано. Они свое дело знают, не то, что эти гномы. Еще сюда. На рыбалку он даже никто не пришел. Безответственные совершенно, товарищи. Так, рогатина. У нас скоро атака. Поэтому нужно... А, есть у нас здесь рогатины стоят. Рогатины поставим вот здесь.
И вот тут. И хватит. Так, две клетки вон быстро принесли нам. Так, сюда портальчик. Две клеточки. Заодно попилим лес. И кабанчиков можно пострелять. Не, сейчас. Мы курей поймаем, тогда будем кабанов отстреливать, потому что может получиться опять такое дело, что попадут под раздачу те, кого нужно поймать. Так, постричь. Куда ты убегаешь? Стой, постричь тебе надо. А, зерна у нас нету, мы не можем продлить. Ну ладно, они пока сюда их заселят. Поймать. Отлично, вот одна пошла. Вторую сейчас заберут. Ой, импы, молодцы. Это вообще-то такое облегчение, когда они помогают. Это вообще супер. Все сейчас перекидают, все принесут, все будет чистенько. Вот это все соберут. Будет все классно. О, у нас тут курица бегает. Мы должны были ее поймать тоже. Так, поймать. Не, забить потом. Вот это удалить ловушку. Если она у нас еще будет, мы поставим внизу, где наша эта курица бегает. Ну где они все? Они все пошли копать, что ли? Все пошли. Вот эти трое побежали все сюда копать. Мог один сюда прийти и все это сделать. Ну, братец, ты чего не забираешь ее? Во, забирай. Так, убираем клетку. Валим вот этих кабанов. Куда ты? Стой. Куда ты? Так, понес курицу. Отлично, одна есть. Что-то леса у нас закончились, не понял. Где-то мы их пораставляли и бросили. Досок нету, тоже надо сделать. Хотя бы штучек так 40 пригодятся. Так, хорошо, 33 у нас минуты, уже видео идет, поэтому будем заканчивать. Чтобы не тратить сильно ваше время. Тяжело смотреть длинные ролики. Поэтому так. Хорошо. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Берегите себя. Встретимся в следующем видео.